Число погибших при землетрясении в Турции превысило 18 тысяч человек, более 72 тысяч ранены. По последним данным, в стране сейчас работают свыше 29 тысяч спасателей, из них свыше 6 тысяч иностранцы. Сообщается, что под завалами все еще остается большое количество человек. Спасательные бригады из разных стран работают в круглосуточном режиме. Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в эпицентр землетрясения. Во время поездки по наиболее пострадавшему городу Кахраман-Мараш турецкий лидер помолился вместе с местными жителями. Казахстанцы же продолжают собирать гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения, перечисляют средства и приносят необходимые вещи в пункты сбора. Как стало известно, активно помогает жителям Турции казахская диаспора. Проживающие в Стамбуле жители собрали и отправили помощь на сумму порядка 160 тысяч долларов.